Всем привет, это я, Павел Сметана, это сайт MobiFactor.info. И сегодня мы рассмотрим игру Reckless Racing. Внимание на экран. Single player, multiplayer, option, credit, more game. Это меню игры. С локальным Wi-Fi и онлайн мультиплеером игра даст тебе шанс показать миру свои способности. Публикуй свои результаты в онлайн таблицах рекордов и обменивай свои призраки с игроками со всего мира. Кроме того, в игре есть функция чата. Есть также три различных режима игры. Погрузись в мир гонок без правил. Выберите один из трех режимов. Dirt Rally, Hot Lap, Time Trial. Delivery, Time Trial. Приноровись к управлению и промчись по невероятно детализированным трассам, играя против автомобилей, управляемых различными персонажами, такими как Отис, Лурдей и Бодда. Открой обратные трассы и пройди их заново. Игра сочетает в себе классический гоночный геймплей с современным графическим окружением. Грязная трасса или асфальт, грузовик или реальный автомобиль. Сделай свой выбор, выжми педаль газа до предела. Изучи основы игры и выбери. Изучи основы игры и выберите средства управления на свой вкус. Выиграйте в заездах и продвигайтесь через золотой, серебряный и бронзовые уровни. Вас ждут заносы и скольжения, удобное управление, мультиплеерные состязания с друзьями локально через интернет и Wi-Fi. Спасибо за внимание. С вами был Паша Сметана и сайт MobiFactor.info. Заходим, пишем комментарии, критикуем. Спасибо.